Всем привет, дорогие зрители моего канала Свинбран, и даже не обращайте внимания на мою голову. Это парик, который не снимается. Но сегодня мы будем играть в The Sims 4. Вышла наконец-таки она, полная версия. Я ее сразу купил, и сейчас мы будем в нее играть. Так, вот оно, главное меню. И сразу мы тут видим разные сценки. Я трачу его деньги на покупочки, он даже об этом ничего не знает. Ну что же, создадим новую семью. Как же без этого-то? Так, давайте теперь походку выберем, ну-ка. Довольно странная походка, по-моему. Что это за походки такие, блин, не пойму. Нет, это тоже не очень. Это тоже. Тут есть нормальные походки, но это по не менее. Это как макака какая-то. Вот, пусть будет такая, самая, по-моему, нормальная. Стоп, нет. Мне только что в голову пришла гениальная идея. Мы будем делать все по-другому. Так как некоторые создают всяких смешных персонажей, чтобы только поржать на видео, то в моем летсплей будет не только смешно, но и интересно. Только что мне пришел в голову такой сюжетище, прям вообще. В общем, нам нужно создать телочку. Анджела. Мак. Кормик. В общем, я хочу создать стерву, у которой ничего нет, ни дома, ни денег. Но она красивая. И мы найдем самого богатого чувака в городе, будем с ним заигрывать. И, короче, возьмем жену у него, уведем детей в детский дом, задим и будем жить с ним, как крутая чика. Ну, вообще, так только стервы делают. Так, ну, в принципе, у нее лицо довольно неплохое. Хотя нет, сама форма лица не очень. Вот такая нормальная. Во-во-во, вот это подходит. Ну и конечно же. Чё-то как-то странно выглядит это на самом деле, поэтому нет. Ну хотя бы вот так. Так, в общем, я её сделал, теперь черты характера и так далее. А, жизненная цель. Она будет негодяйка. Будет самоуверенная. Конечно же, практичная. Вы видели, что она сейчас сделала? Не, ну это прирожденная стерва. Но она будет против детей, потому что для нее главное будет только деньги, все. Так, готово. Галочка. И сейчас мы ее поселим где-нибудь рядом с самым богатым домом. В каком городе же мы будем жить? Давайте выберем. Так, где тут у нас самые богатенькие чувачки? Вот тут есть семья Гот. Это, кстати, семья из третьей части Sims. На самом деле, по секрету так скажу, я люблю Sims. Не знаю, меня сестра один раз на него подсадила, еще со второй части. И я очень люблю Sims. И вот я рад, что четвертая часть вышла. Так что да, давайте, короче, поселим вот рядом с этим поселком, потому что тут самые богатые дома. Но хотя так не получится, потому что тут вообще, по-моему, свободных домов нет. А, вот, есть. Так, вот, смотрите, самый близкий домик и... Нам на него хватает, и даже с мебелью. И у нас остается еще 6 000 миллионов. Поэтому да, мы переезжаем, йоу. Так, давайте осмотрим наш домик. Ну, за столько денег у нас довольно неплохой домик. Тут даже есть 2 спальни. Так, давайте сначала что-нибудь приготовим, позавтракаем, а потом уже пойдем знакомиться с нашими соседями. Так, что тут можно приготовить? Жареный сыр, бисквитный торт, торт шоколадный. Ну, мы прям как деликатесы, смотрю, будем есть. Яичница-болтунья. Торт-гамбургер. Давайте яичницу приготовим. Блюдо на одну персону, конечно же. Нормально, она поставила ингредиенты и ничего с ними не делает. Нет, ну это правда типичная стерва. Даже готовить не умеет. Все, давай дальше, готовь давай яичницу. Это тебе все-таки понадобится, наверное. И смотри мне там, чтоб не подгорело. Что ты делаешь? Ну ладно. Она так странно ее приготовила, а на выходе приготовлена великолепно. Что? Логика, просто вообще в этой игре офигенная. Ладно, пусть она ее съест. Все, съешь. А мы пока, наверное, посмотрим, где мы находимся в окружении кого. Тут у нас такая вот улица. Прикольно это, кстати, все выглядит, поприкольнее, чем в Sims 3. Хоть тут и нет большого города, то есть тут нельзя смотреть на весь город извысока, и вообще ходить по городу просто так нельзя. Ну, можно вот по этим переулкам, по локациям. А вот дальше, чтобы идти, нам нужно
путешествовать, ой, не путешествовать, а перемещаться, то есть отправляться. Это прям как в Sims 2, только намного лучше. Мне так кажется, это даже плюс, потому что у тех, у кого слабые компы, эта игра не будет тормозить, так что да. Я смотрю, ты уже тут все съела. Так, нужно привести себя в порядок, потому что гигиена не на самой высоте, поэтому иди в душ, принимай душ. Нам нужно выглядеть на все 100, потому что сейчас мы пойдем знакомиться с самым богатеньким чувачком. Так, все, ты помылась, теперь иди в туалет, и сейчас мы отправимся знакомиться, я уже который раз так говорю, блин. Так, вот у нас появляется тут такая лупа, и написано «отправиться». Отправимся мы, конечно же, вот в этот район. И с какой семьей мы будем знакомиться? Семья Гот, но она не самая богатая, к тому же у них такой мрачный дом, потому что они готы. Потом Парк Шор, вот неплохой домик. И это что, Амбридж Мэнор? Так, давайте лучше с Парк Шор познакомимся. То есть у нас вариантов много, если с той семьей так не получится, то следующий сделаем. Пам-пам-пам-пам. Здесь никто не живет? Как это? Стоп, не может быть. Это что, пустой дом? Вы что, серьезно, что ли? Окей, ладно. Оказалось, что тут никто не живет. Ну, давайте попробуем посетить соседний дом. Надеюсь, там-то хоть кто-то живет. Блин, я только встала, еще толком не проснулся. Сразу записывать видео, это странно. Да что за фигня? Как так? Тут вообще кто-то живет вообще? Тут есть богатые чуваки какие-нибудь. Остается только один вариант, семья Гот. Хотя давайте посмотрим, может еще кто-то живет. Вот, смотрите, Капустин. Да-да-да, вот тут уже кто-то живет. Смотрите, какой большой домик. Этот домик еще лучше, чем вот эти два, которые мы хотели посетить. Но у нас не получилось их посетить. Поэтому давайте посетим этот. Оукенстед. Капустин. Постучать в дверь. Теперь-то мы можем постучать в дверь. Смотрите, какая у нее уверенная походка. Так идет. Заходите, он нас сразу впустили, это странно, потому что в Sims 3 нужно было еще ждать, пока Сим по ту сторону баррикад придет и откроет нам дверь. Тут все намного лучше. Итак, давайте сразу приглянемся, что тут есть у нас такое. Неплохой домик, я смотрю, вообще неплохой. Так, ты кто такой? Ты вообще кто такой? Не знаю, ладно, идемте на второй этаж. Смотрите, тут у нас два каких-то чувака живут. Ну, домик действительно неплохой, посмотрите на это, посмотрите только. Как тут много спальни. Анжела и Лидия еще друг друга не знают. Но ничего, скоро узнают. Ага, смотрите, мы сразу уже поняли, кто тут пара у нас. Кто тут самый богатый. Хоть как-то одет он странно, на самом деле. Нужно познакомиться. Привет свой дружеский, давайте попробуем. Прикиньте, она села за стул и только потом поприветствовалась. Это прикольно. Так. Познакомиться, конечно же, надо. Так, расскажем забавную историю, потом что еще сделаем? Обсудим интересы, конечно же. Так, потом искренние комплименты ему сделаем, конечно же. Как и тебе? Неплохая, у меня белоснежная улыбка. Ну да, я знаю. Обнять. О, нет, там был значок. Нет, это опасно обнимать. Нет, не надо, это еще пока что рано. Знаешь, как прошел день, нужно рассказать забавную историю. Сплетничать, конечно, каждая стерва так делает. Потом поднимем настроение. Расскажем знаменателю. Эй, ты что пришел? Что ты приперся? Тебя не звали. Хотя ты хотя бы полу. Ты вообще кто такой, кстати? Это сын, что ли? А это у нас Григорий Капустин. Я не знаю, кто это на самом деле. Как у них тут семейное древо смотреть? Я забыл уже. Душевный разговор по душам. Она рассказывает, как она уходила от полиции. Она вся такая крутая. Ему значит скучно, да? Да иди ты в жопу, понял? Скоро ты отсюда съедешь прям со своей, не знаю, кем-нибудь там. Так, попробуем перейти на романтику. И попробуем заигрывать. Это уже первый этап. Так, они уже встали, да, я смотрю тут. Ну же. А, стоп. Пауза, не ходи только никуда. Так, другие варианты романтика. Заигрывать. Окей, давайте посмотрим. Нет, да ты что, офигел, что ли? Ты вообще какой-то старик. Но нам все равно. О нет, только не минус. Веселое действие, быстренько показать пародию. Дружелюбные действия, обсудить интересы. Так, а теперь попробуем хвалить внешний вид. Так, слегка попробуем. Шаловливое настроение. Что бы это значило?
О, ему понравилось это. Так, куда ты ушел? Стой, 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 стой. Куда вы ходите? Меня оставили одного. Ну ладно. Ну идите, понятно, проваливайте. Ну на этом все. Надеюсь, вам понравилась первая серия моего летсплея по Sims 3. Если вы хотите, чтобы я продолжил играть в Sims... Ой, какой Sims 3, блин? В Sims 4. Если вы хотите, чтобы я продолжил играть в Sims 4, то поставьте мне палец вверх и напишите в комментариях. А также вы можете написать продолжение сюжета в комментариях. Я прислушаюсь к одному из мнений. Вот и все. С вами был Брайан. До скорой встречи. Пока.